Представьте себе, что у нас есть треугольник. Давайте возьмем в нем середины сторон. Это легко. Это вот так. Соответственно, подумаем, как соотносятся между собой эти треугольники. Ну, понятно как. Это параллелограмм. Равные, да? Вот. Все замечательно. То есть, все эти четыре треугольника конгруентны. Это известное разрезание на четыре конгруентные части. А вот теперь маленькое добавление. Представьте себе, что мы знаем площадь всего большого треугольника. Это некоторая величина S. Тогда, чему равна площадь каждой из четырех одинаковых частей? Понятно, чему. 1/4. Разрезали треугольник на четыре конгруентные части. Разрезали. А теперь берем и ровно то же самое делаем здесь. Давайте так, я заштрихую вот этот кусочек и заштрихую этот кусочек. Скажите, пожалуйста, что такое вот эта площадь от этой? Какую долю она составляет? Четвертую долю. Отлично. А эта площадь от всей? Четвертую. А четвертая от четвертой сколько? 16. Господа, вот эта площадь, это четвертая часть от четвертой. Это я сразу напишу. 1/16. Соответственно, 1/4. А повторите. Мы с вами это сделаем бесконечно много раз. Четвертая часть от 16 части, это знаете что? Это 1/64. И каждый раз я буду закрашивать. 64 умножить на 4, это сколько? 256. Замечательно. Ну и так далее, и так далее. Дальше уже понятно. Это уже слишком маленький размер. Хотя понятно, что эту конструкцию можно там, продолжать. Бесконечно. Да, бесконечно. А теперь вопрос. Понимаете ли вы, что вот на этом уровне три треугольника конгруентны? Да. Отлично. А на этом? И на этом они одинаковые, и на этом, и на этом, и на этом. То есть, если смотреть вот так вот по каждому этажу, то заштрихованная часть составляет какую долю? Треть. 1/3. Господа, значит, мы заштриховали 1/3 часть площади. Но с другой стороны, это 4-я, 16-я. 64-я, 256-я и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, что мы S отбрасываем. S, конечно, надо убрать, и мы получаем совершенно замечательное равенство. 1/3 – это четверть в квадрате, четверть в кубе, 1/4 в четвертой и так далее до бесконечности. Симпатичная картинка.